Как узнать, каких именно витаминов вам не хватает? Если вас часто беспокоит неприятный запах изо рта, это может свидетельствовать о недостатке витамина В3. Даже при слабых ушибах у вас появляются и долго не проходят синяки, скорее всего, вы получаете мало витамина С. Одна из возможных причин хронических запоров – дефицит витаминов группы В. В том, что вы страдаете от головокружения и шума в ушах, может быть повинен недостаток витамина В3 и Е, а также марганца и калия. Краснота глаз не способствует быстро адаптироваться в темноте, ячмени, иногда связана с нехваткой витаминов А и витамина В2. Перхоть появляется в том случае, если в дефиците витамины В12, В6, F и селен. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья! We'll be right back.